Договор между Тюменской областью, Югрой и Ямалом будет продлен до 2020 года. Отмечу, срок действующего соглашения истекает 31 декабря 2015. Сейчас в каждом из регионов ведется разработка бюджетов на 2014, что потребовало, не дожидаясь истечения срока действия соглашения, принять решение об условиях его дальнейшей пролонгации. При подготовке документа особое внимание было уделено созданию условий для реализации межрегиональных инфраструктурных проектов. Надо сказать, что договор не раз уже доказал свою эффективность. Он приносит реальную пользу и тюменцам, и ямальцам, и жителям Югры. За время его действия реализованы десятки важных проектов в различных сферах, направленных на улучшение качества жизни. А форма взаимодействия через программу сотрудничества только способствует дальнейшему социально-экономическому развитию трех территорий.